Ребята, всем привет! Сегодня 04.06.2019 года. Сегодня мы выступаем на разогреве у Джуни Буя. Сегодня нам дается всего три песни, чтобы разъебать этот зал, поэтому посмотрим, что из этого получится. Эй, слышишь этот трум? Я завел свою машину, бейб. Выкинь нахуй свой паршивый вейп. Я привез тебе сативы, бейб. Никакого никотина, эй. Что? Чё приуныл? Все, можно говорить? Нет. Короче, только что случилось очень жесткое событие. Охрана ресторана Брюгге разогнала только что наших фанатов. Что с этим делать, мы узнаем в следующем выпуске. Все, в следующий раз нужно. Барабанчик случайно не стоит. Паша работает. Ой, Паша, ты чем занимаешься? Я не буду на себя как обычно. Ник, чем занимаешься? Разбиваемся. Дема, ты спрашивал что-то у звукорежиссера? В любом случае... Доступный баланс, просьба не экономить, чтобы прямо все дребезжало, жужжало. Вот. А сейчас будем тогда пробовать. А, с восхищением смотришь на всегда какой-то минимальный реверб. Не понял. Говорю, с восхищением на голосе. А, соответственно, что еще, Тём? Ничего не забыл? Не забудь так. Да. Yeah. Эй! Чер! Йоу! Давайте все, я навожу, и вы все так делаете, по очереди. Сегодня выступают. А что, где это? Все пол лица. Нет, нормально у него видно лицо. Брюгге, сейчас нормально. У них ты на алкаша похож теперь. Ты меня слушаешь? Ровно через 17 минут мы вылазим на сцену. Это будет историческая хуйня. Вот. Поэтому пожелайте нам удачи, мы взорвем просто все. Дорогие друзья, эксклюзивчик. Громче. Сейчас. Эксклюзивчик, говорю. Сейчас мы находимся за кулисами концерта Джуни Буя и Никиты Та. Именно там сейчас проходит meet and greet Джуни Буя. С ними встречаются фанаты. А мы тут, короче, отдыхаем пока без фанатов. Наши фанаты, дорогие. Вот фанатка наша. Уважаемые фанаты, не оставайтесь равнодушными. Да, подожди. Никита, где-то я это видел. Ребята, не оставайтесь равнодушными. Я не могу дальше идти. Ты можешь идти. Не оставайтесь равнодушными. Будьте нашими фанатами, все будет круто. Приходите к нам на концерт, все будет круто. Всем привет. Никита Та сегодня разъебет здесь все. Здесь будет жарко и будет просто охуенно.
6 минут, нам не холодно, прочь, уходи зима. Заставляешь ждать, все, нам пора. Мы не знаем, как плохо, как правильно. Просто услышали что-то внутри себя. Постоянно жду, что-то меняется. Ты всегда со мной, мне это нравится. Ночью сделать все, утром стесняемся. Все уйдут, а мы останемся. А мы идем, нам плевать на эту погоду. Вот так проходят наши лучшие годы. Кричим, поем, нас сейчас заберут. Набери маме, скажи, буду через 10 минут. Мы идем, нам плевать на эту погоду. Вот так проходят наши лучшие годы. Никита, Никита, было охуенно. Просто было. Давай просто. Начинаем. Спасибо тебе. Все, удачи, реально. Экипаж. В следующем году должен быть уже суперзвездой. Спасибо. Про Оксимирона ничего мы во влог не поставим. Оксимирон, ты следующий.